you know about Ukraine talking about mass graves. Вы знаете, что украинцы сейчас рассказывают о массовых захоронениях, о пытках и о том, что гражданское население становится основными жертвами и основной мишенью в этом конфликте. Как в такой ситуации можно голосовать против резолюции ООН, которая осуждает действия России? Вы знаете, идет информационная война. Украинцы говорят о массовых захоронениях, о преступлениях российской стороны, а российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны. Обычная информационная атака друг на друга. В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война. В ходе этой войны всякое возможно. В том числе то, о чем вы сказали. Поэтому надо не разговаривать о том, как плохо. Мы знаем, что плохо. Война – это всегда плохо. А надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. И мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь в трех раз. Он не самостоятельен. А сегодня фейки забрасывать, где-то прав, не прав, обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ничем не повинны. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт. Okay, Mr. President, thank you very much for your time. I appreciate it. I know you have a lot of meetings. Все зависит от Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся.